Добрый день, дорогие мои! У кого добрый день, у кого доброе утро. Мы сегодня пьем чай. Сейчас открыто, Света? Нет, закрыто. Ну, закрыто. Я еще пока не привыкла в этом, дубайское. Я хочу еще вам сказать, у нас, посмотри, подруга подарила. Красота, пользуемся любовью. А еще к дочке гости пришли, привезли дубайские всяких-всяких. Конфета. Сейчас мы с вами. Ой, как красота. И банка можно пользоваться. Тоже несет. И посуда тоже. Приятно. Да-да-да-да. У нас каждый день да-да-да-да. А, это как? Подождите. Вот так. А, это уже можно вот так поставить. Это вафли. Вот такое. Смотрите, интересненько. Это у нас для холодильника. Любтвикджан. Это весь... Дубай, ты сюда домой принесла. А это что? Да-да-да-да. Тоже конфеты. Ага. Как красиво. Вайопрес, Людвигджан. Сегодня у нас стол ты разукрасила. А еще будем себя чувствовать, как в Дубае. Сегодня у нас дубайское настроение. Вот так. Ага, мы сегодня в Дубае. Пьем чай, дубайские конфеты, дубайские все продукты. А еще вот такие кофе. Сейчас про кофе запомните, много-много расскажу. А еще мальчикам вот такое карта. Будем сегодня гадать, карту уложить. Мы не гадаем. Ну, играться. Очень много мне спрашивают, тетя Руся, покажи в Ереване, ты где гулял? Слушайте, я всего 2 дня была. Но я столько много снимала, столько много делов делала. Но мне кажется, я 2 месяца там была. Да, я много снимала, но не успела обработать. Света же не было рядом, но снимала. Но самое главное, я была в армянский, раньше называли Пакшука, а теперь называется сети супермаркет. Знаете, я так это место люблю. У меня воспоминания там такое с мамой моей. Я с детства, моя мама лаваши пекла, а я с мамой всегда помогала, деньги собирала. Она продавала лаваши, я деньги собирала. И рядом, около двери Пакшука всегда стояла. Нам не дали даже вперед идти, чтобы за места платить. Наши покупатели всегда стояли и ждали нас. Как мы зашли, сразу, ой, Епраксия пришла, давай, давай, давай. 10 штук тогда было... То ли 4 штука рубль, или 10 штук рубль. Я деньги собирала быстро-быстро, а мама отдавала быстро. Всего там 15 упаковка была, да, там быстро пекли и свеже продавали. И вот этот Пакшука, который сейчас в сети называется, там расцвела, там такой торговый центр строили, там такой супермаркет. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Я тоже рада, мои подписчики даже здесь меня. Давайте я вас здравствую. Я очень рада. А вы откуда? Мы с Марселя. Марселя это где? Во Франции. Ай, боже мой, даже... А вы здесь отдыхаете? Да, вот, видите, даже люди из Марселя у нас в это, в сети заходят, чтобы и покупку делать. Закрытый рынок. Это у нас называется Пакшука. И покупку делать, еще и покушать. А мы тоже сейчас пойдем покушать. Ну что, подруга, тебе тоже нравится? Да. Все, ты проголодала? Моя куколка, сейчас я тебе покормлю. Пожалуйста. А это второй этаж. А где можно вкусно кушать? А что, ребята, это вкусно? Да, очень вкусно. Барыдзе, здравствуйте. Здравствуйте. Говорят, у вас очень вкусно. А как у вас называется? Сэндвичу Красти. Красти энд мор. Говорят, это очень-очень вкусно девочки готовят. Очень хвалит, где вот Красти. Вот говорят, там очень вкусно готовят. Во-первых, смотрите, можно даже закусывать салатики, все, что хочешь. Просто так они тоже подают, да? А еще сделают вкуснятину. Я знаю, что мои внуки любят, я тоже буду попробовать. Здрасте. Вот это моя
школа. Смотрите, как вкуснятина я взяла. То, что мне нужно. Это, конечно, для меня много, а я поделюсь с подругами. Ели вкуснятина. Спасибо вам большое. Очень было все вкусно. А теперь надо выбирать сладкость. Левый смотришь краси, правый смотришь боконы. Что еще надо? Здравствуйте, девочки. Здравствуйте. У вас все вкусно? Да. И свежее? Конечно. Вот, самое главное. Ой, боже мой. Я даже могу нашу очередь вам пропускать, дорогие мои. Заказывайте, после вас мы будем заказывать. Хорошо, да. А вы откуда? Волгоград. А вы здесь отдыхаете? Работаем. А, по работе. Постоянно. А вы здесь постоянно кушаете? И только сладкие или все? И все. Чувствуете себя как дома? Конечно, даже лучше. Даже лучше, вы представляете, как мне приятно. Вот и наша сладость. Мы будем сейчас с подругой кофе. А, я назорвать хочу. Здесь есть огурцы, очень-очень вкусно. Хочу, чтобы мои внуки попробовали. Называется назорван. Хочу сейчас показать самые вкусные огурцы. Это. Вот, смотрите. Это сорт огурцов такой, называется назорван. Ну вы когда режете, там как будто грудной молоко течет. Очень вкусно. Поэтому обязательно я возьму вот такую пару штук. Есть вот здесь назорван. Называется черри назорван. Это чуть мелкий. И такое возьмем. Смотрите, перец какие хорошие. Армянский, настоящий. Здесь можно делать шикарные покупки. Посмотрим, какие конфеты у нас есть. Давайте, девочки, покажите, где что есть. Ой, столько много. А, это вот такие. Да, очень красиво, но я ищу немножко другое. Красиво, какие. Вот, делали нашу покупку. Все чемоданы уже у меня готовы. Хочу сказать всем большое спасибо, потому что в этот сети то, что мне нужно было, можно было купить за полчаса, ну пусть будет час, но я там застряла 3 часа, потому что то подписчики подходят, то гости, которые там покупку делают, в Ереване отдыхает у нас очень-очень много туристов. Маме воспоминания моей мамы, да, вот что этот рынок называли Пакшука, а сейчас стала такая красивая супермаркет. Но я много про маме рассказывала. Царство небесное. Царство небесное. Если у меня сейчас сил наберут света, я какое-нибудь стихотворение расскажу про маму. Потому что день матери была, мы тут целый день рыдали с невесткой, вспоминали мою маму. А теперь позавчера была в этом рынке, где я с мамой всегда, детство мое прошло. А я вообще растаяла, думаю, Света говорит, ну расскажи то стихотворение. Я говорю, если у меня сил наберутся. Если я наберу, сейчас чай попью и расскажу для мамы стихотворение. Еразы смеч. Дурас таким, ове асинер сетьес, дырсит инчвош, парав мекин, асац, матаг линем кес. Ми катор хац вогурматик, ахкат кинем, хэх чантер, у есис кун дура баци, храшк мерац майриксер. Сарсапеци бац гиркнанка, асац вортис, есем, ес. Кес порцелу хамар ека, хочи похел кянка кес. Мурацкани тесков ека, ворашхарне лимана. Тегне хихчат, вортис. Հեմերել են ձետնա։ Եվ այսպես շարունակ հարգելիներս։ Մարմինս պշակ հաղում ամեն անգամ արտասանելուց, իշելուց։ Եվ դա շատ գեղեցի երկա, պեսնի է շու խարոշի ետա, կատորի նիկագդա նի զպիվայեցա։ Պրա մամում նոգը ռասկազավելի, այդ ակուսոչը ատմինյա վամ թակոյ է, նի բալչոյ պադարակ է։